Какая грибная сковорода? Кинь новую ссылку. Сиськи, если здесь, он ее закинет. Хотя вроде та, тот же новая инфа. Так. Ладно, погнали, короче, это японского, китайского, канадского Кинг-Конга проходить. Да как он не сгорел-то? Ну, ёпта! Я лью его уже наполовину сделал тише. Еще тише, что ли? Да, сделай меня потише, у меня громкий реальный микрофон. Я вроде наполовину сделал. Пиздец, так, сейчас. Пиздец, как меня заебал этот босс просто. Уже часа три на нем. Разеваешь. Я не могу взбодриться, мне реально какой-то нужен этот, блядь, Red Bull или типа того, блядь. Или в дотку можно поиграть. Сбодриться. Да, пойдем в дотку, наверное, партию сыграем, может, я реально проснусь. Ты серьезно, пойдем? Ща, погоди, я... Ну, я реально убью его и пойдем в дотку, а потом продолжим. Ну, я не знаю, я не могу, меня уже просто в сон клонит от этой игры, нахуй. Она вообще мне бывает, да, я помню, такой, знаешь, бодренький такой, ну, не прям бодренький, нормально, садишься за ком, начинаешь что-то играть, и вот играешь, или реально... сразу морит тебя, а то ничего тут не сделаешь, будешь сидеть, залипать, девать и так далее. Пацаны, я вот не понимаю, из всех игр, которые мне выпали, типа, она самая интересная, судя по рейтингу, то есть это шедевр, но она, ну, просто невозможно скучная для меня, я вот не понимаю этого, то есть все игры, даже теннис был напряженный и любопытный, а это просто говно какое-то, я сплю. Да заебала меня эта чушь, ну... Сколько тут текста, ребят, извините, я, ну... Я, конечно, понимаю, что некоторые хотят именно всю историю понять, но вот сейчас слишком много букв. Блять, он еще и умер. Буду читать по ходу игры, но... Джейсон! Дота, да, Дота великолепно. Короче, мы я как-то обещал, что на моем канале, извини, я перебил, никогда не будет Доты, но скоро, видимо, это нарушение будет. Это будет RD2 челлендж. Так, короче... Да это не JRPG, пацаны. 9 надо найти камней, тут какой-то пират. И звери стали агрессивными. Так, короче, я могу вселяться в тело Конга и вылазить из него. А, ну давайте еще. Так, ладно, сейчас надо с зеленым боссом нормально разобраться. Знаете, ребят, вот если бы я хотел, наверное, просто пройти игру на халяву, тогда бы это, наверное, удачный вариант был игры, так скажем. Но игра, как, вот я хотел именно что-то интересное поиграть, и тут для меня это неудачный ролл, я считаю. Не понимаю, почему все скидывает. Да почему, блядь, вот теперь... Блядь, меня просто морозит это зеленое говно. Когда у тебя нет нихуя жизни, блядь, пол сердца, он вообще... Можно нахуй залезть ему на голову, он тебе дамага не нанесет. Тревор Фицрой, спасибо тебе за громче, за то, что ты переподписался 3 месяцами. Спасибо большое. Фантазор, спасибо за переподписку, братан. Не знаю, зачем мне надо налево, но давайте посмотрим. Убей меня, убей меня. Ради двух бананов, серьезно. Дальше будет интересно, понятно. Как может быть стать. Как может стать интересно в игру на японском? Что может измениться такое? У тебя все равно не откроются какие-то там ходы, сюжеты. Медведь, иди сюда! Вот это я понимаю, интересно. Как же я завидую тебе с твоим Конгом, ты бы знал. Мака-макафон, спасибо тебе огромнейше за подписку, добро пожаловать. Спасибо тебе огромнейшее, очень благодарен тебе. Ты про каждую игру говоришь, что она скучная, будь то это Last of Us или Tetris. Да нихера подобного, Last of Us интересная игра. Забаньте айдолфиниста за... навсегда за поклёп вонючий на меня. Все игры интересные, блядь, вообще.
это вот скучная. Про рыцаря я ни разу не сказал, что она скучная. Я говорил, что не могу ее пройти. Она была интересная. Да, даже никто не знает на геймфаксе про этого Конга, там ни одного голоса нет. Я поэтому подумал, что это пиратка какая-то. Че это такое? What the fuck? А, это типа с другой стороны этой, я понял. Ой, ребята, даже не знаю, что тут комментировать. Я сказал, что в Last of Us много скучных моментов, но это не значит, что игра плохая. Я же сказал, что там интересные сюжеты, это интересная игра. Но то, что там есть скучные моменты, ну не знаю, если тебе кажется, что там нет скучных моментов, то ты, наверное, ёбнутый. Или что там графика хорошая. Я сказал, что там графика, блядь, ужасная просто. И это адекватная абсолютно оценка. Там графика на уровне... Я вот играл в клон Uncharted на компе, который саудовские аравийцы сделали. Какой-то там Ибн Батута, Уринейтед. Вот, вот это уровень графики в Last of Us. Или знаешь, игра, вот я делал обзор, типа Garry's Day One Accident, такая кислотная, говёный трэш, вот такая же графика в Last of Us. Извини, но это так. Я не знаю, только совсем тупорылый Sony Boy, блядь, слепой нахуй, может сказать, что я напиздел. Поверьте мне. МС Губан, с днем рождения. Прости большой, не будь лапшу. Забань человек с ником соски дреда, блять, но у тебя очевидно, что человек с таким ником дебил или школьник. Просто забаньте и всяких там жирная жопа, соски дреда, блять, сиськи хвоста. Вот это все отребье, баньте, но не сможет нормальный взрослый человек, блять, взять такой никнейм. Просто баньте это говно сразу, как оно подписывается, и все. Комп, ребят, будут собирать, когда он придет. Он скоро придет, я надеюсь. Я больше вас его жду, может, не спрашивать. Василий Тёркин, я играл в Ибн Батуту на стриме даже. Чё-то херня происходит вообще. Игра реально похожа, конечно, на пиратскую. Ванжас Кос, спасибо за подписку. Кинг-Конг дерется с мышами. Так, так, и сбоку. Три камня, которые нужны для активирования. Выше, вставай! Сбрячь, так, и боковые. Да, блядь, этот зеленый шар, почему он отделился-то от него, ебаный? Ой, блядь, я сейчас сгорю нахуй. Я вообще дамажу или только когда он... Пизду эту игру, я просто не могу в нее играть, это говно, говна. Блять, говно, высравшее говно. Ля-ля, держись. Просто жуть какая-то, ебаная. Так, я, по-моему, сломал веб-камеру, да, пацаны? Воду давит на какую-нибудь? Ну, бери любую. Сейчас. Без камеры уже? Да, она сломалась. Что-то с вебкой сделал. Да, вот у меня игра. Вот о чем я и говорю. Типа, вся суть моей игры. Вот я бегаю, ищу на локации открытой, грубо говоря. Открытой 2D-локации, просто ищу плиты. Типа, я такие игры не люблю. Игры в плане, как бы, именно, если бы я хотел РГГ просто пробежать, конечно, это удачный вариант, я думаю. Ничего сложного, бегаешь, бананы ищешь. Но если бы я хотел поиграть во что-то, я бы точно такую игру не хотел бы получить. Но, к сожалению, не получил. Сосалочек пососу, успокоюсь. Понятно. Да не, мне кто-то говорил, что Last of Us на последней сложности нихера не интереснее становится, а просто раздражает. Типа на предпоследний реально поинтереснее вроде как, чем наследний, на который я проходил. Хоть конты бесконечные. Да.
Чувак, есть игры, вот серьезно, где бесконечные конты вообще ни на что не влияют. Я просто не хардкорный геймер и не могу, как тот чувак картавый, который, наверное, никогда из дома не выходил, за 3 часа ее пройти. То, что конты бесконечные, ну и чё? Вот, блять, Battletoads мне хоть нахуй бесконечные конты, да, я и все равно никогда в жизни не пойду, так же, как Ghosts and Goblins или еще что-нибудь в этом роде. Какая разница-то? Да он просто тупая, до охерения. Я даже не понимаю, дамажит мое оружие или нет. То зеленый прыщ всегда над правым углом, то он внизу остался, то еще что-нибудь. Сначала вниз, потом отходишь, потому что в боках. Хорошо. Короче, мы все собрали, уровень закончен, и говорят, что Рамон, типа, бежит с острова. Так, есть паспорт, на этом месте я сохраняюсь, потому что этот пароль есть, значит, мы сюда можем вернуться. Вот, чтобы потом этот пароль не вводить по полчаса, я просто сделаю... Я не могу. Чуваки, она сейчас просто сразу умирает, потому что я, блядь, не могу назад, вниз уйти. А эти боссы там рождаются и сразу меня ебашат. Я не могу вниз даже уйти оттуда. Джунгли. Так, короче, нам этого Рамона надо поймать. Нет никакой ламповой обстановки, блять, и никогда не было в этом чате. Если бы у меня была возможность, я бы вообще всех выгнал нахер и сидел бы один, как долбоёб. Я ненавижу людей. Блять, нашли тоже мне ламповую обстановку. Мне кажется, я в другую сторону бью. Господи, эта игра становится интереснее и интереснее. Я, по-моему, еще тормозить начал. Что значит, надо было в Самурай Гост играть, блядь? А по эту я бы по какой причине бы сказал, что я не буду играть, если она проходится на японском? Типа, мне не понравилось, я буду в Самурай Гост? Нахуй я вообще бегать начал? Вот это анимация стрельбы. Может, мне прыгать над атаками зеленого босса? А перепрыгивают эти лазеры или нет? Господи, что за игра? Здорово, Бит. Впрочем, удачи тебе, Swings of V. Дойдешь до конца, до начала августа, я верю. Я, правда, вчера вот не дождался, когда Гитман убил этого босса, блядь, я уснул, не выдержал. Господи, что за трэш? У тебя там, я, кстати, не... знаешь, почему мне блевать хочется от твоей игры, вот, ну, мое мнение? Потому что я вот ненавижу, когда главный герой игры слишком большой, ну, типа, вот, особенно. А у тебя твоя макака весь экран занимает. Ну да. А у меня сейчас человечек, он. Да? Да, у меня сейчас человечек. Я не понимаю вообще, что происходит, типа. Но конты не бесконечные, и разобраться нам... Сильными атаками зеленого. Ща, погоди, знаешь, я что попробую вообще? Другую тему. Алло, меню. Я согласен с тобой, что это говно легче доджить. Спасибо за донат, но я не могу его сейчас прочесть, я на боссе. Блять. Где? Это реально какое-то говнище уровни. Ебать, я не знаю, я-то не подписывался на то, чтобы играть в какую-то, знаешь, упрощенную версию босса нахер. Что это за атаки такие? Я вообще сейчас с ума сойду, это же доджить невозможно. На медведя скинули нахрен. Блин, ребят, я понятия не имею. Не имею, что я тут делать должен. Это реально пиратскую хрень какую-то похоже. Сейчас сгорю нахер, сейчас сгорю. Просто спичку поднести, и я взорвусь. Ну, че, мне опять плиты тут собирать или что? А ты сразу лапки кверху. Ага, плита из змеи выпадает. Найс. То есть мне всех животных тут убить можно? Я не говорю, что я... Блять, если бы я лапки кверху поднял, я бы не прошел. Рыцари в итоге. Даришак, спасибо за подписку.
Я бы уже не играл в эту игру, наверное. Я ж сижу.